Привет! Сегодня я вам покажу свой заказ очередной из компании Oriflame. Давно я уже не делала заказы, но и вот наконец-таки собралась. После новогодних праздников сделала небольшой заказик. Давайте с вами посмотрим. Первое – это гель для душа из коллекции Vita Care с витамином Е. Здесь у нас, по-моему, аромат с лаймом. 250 мл. По очень хорошей цене этот гель шел. Вроде как что-то по рознице 79, ну и, соответственно, для нас еще дешевле. Хорошая серия гелей для душа. Они очень хорошо увлажняют кожу, тем более сейчас у нас морозы начинают от минус 18 и заканчивая минус 5, и данный гель, он без дополнительного ухода как раз-таки хорошо увлажняет вашу кожу. Следующий товар — это защитный гель из серии Феминель. По очень хорошей скидке сейчас идет этот гель, и, в общем-то, я взяла себе в запасы. Следующее средство, которое я уже давно не покупала в компании Oriflame, честно признаюсь, это зубная паста Optifresh Crystal White отбеливающая. Я уже ей воспользовалась, поэтому говорить о том, что она приходит в запаянном состоянии, я уже не буду. Хорошая паста, и, в общем-то, можно было брать. Там и тональная защита у них тоже в хорошем формате идет, поэтому кто интересовался данными пастами, я советую к использованию, очень хорошие. И предпоследний товар — это у нас ограниченная линейка Warmest Wishes Soap Bar, вот в такой вот праздничной упаковочке. Многие покупали данное мыло в прошлом году, скорее всего, 100% на подарки. Ну, я вот решила взять себе, сделать такой небольшой сюрприз и порадовать себя уже после новогодних праздников. Вот такое вот мыльце. Сейчас не знаю, насколько камера хорошо передаст. Я сейчас его вскрою. Вот такое вот маленькое мыло, оно вмещается в мою ладошку. Видите, что оно выполнено в таком рисунке новогоднего шарика. Ну, по аромату, если не ошибаюсь, это что-то связано с имбирем, потому что чувствуется прям вот какой-то лайм с имбирем. Вот такое вот красивое мыльце. И последний товар, который я приобрела, это пробнички Lost in You, называется, парный аромат, мужской и женский. И здесь у нас два пробничка. Что хочу сказать? Ну, мужской аромат я еще не тестировала, хотя его тоже необходимо было протестировать, чтобы, в общем-то, высказать свое мнение. Ну, давайте начнем, наверное, с женского все-таки. Здесь у нас заявлен аромат как цветочный, древесный и мускусный. Не знаю, насколько камера хорошо передает, как вам сфокусировать, чтобы было видно. Имбирь, пион и бобы тонко. Скажу сразу, мне этот аромат не очень подходит, так как он достаточно цветочный. На своей коже я чувствую исключительно имбирь и пион. Бобы тонко вообще здесь не слышу, так что для тех, кто любит такие вот цветочные ароматы, немножко мускусные, то этот аромат ваш. А в мужском аромате у нас заявлен имбирь тот же самый, бобы тонко и сандал. Ну, мужской я сейчас протестирую, пока снимаю ролик, сейчас я вам что-нибудь про него расскажу. Данный аромат очень интересно построен в виде, сейчас я вам постараюсь показать, в виде, вы видите, половинки две, да, то есть которые соединяются. Если кто-то помнит, может быть, кто постарше, может быть, кто-то помладше, когда, помните, раньше было I love you в виде сердечка, когда молодой человек или девушка дарит своему парню вторую половинку, и они носят, собственно, такие цепочки. Именно вот этот аромат напомнил мне почему-то вот две половинки одного. Но не знаю, насколько действительно это парный аромат. Я сейчас протестирую мужской и вам расскажу. Конечно, задумка отличная, такого интересного парного аромата, как раз-таки в преддверии
14 февраля. Мне кажется, это очень актуальный формат. Итак, что же я хочу вам рассказать. Ну вот, по первому аккорду чувствуется, знаете, что он какой-то цитрусовый. Возможно, это сандал. Хотя странно, что сандал, он не цитрусовый абсолютно. Но вот мужской, честно скажу, мне больше понравился мужской. Потому что здесь бобы тонко. Ой, очень приятный. Вот мужской мне понравился больше. Я бы даже сказала, что он не мужской, а, знаете, такой унисекс. Почему? Потому что в компании Oriflame, кстати, жду все-таки, надеюсь, увидеть со скидкой бобы тонко, тонко бин, Sublime Natures, чтобы его вновь приобрести. Дело в том, что вот этот аромат мужской, он мне чем-то напоминает Nature, Sublime Natures тонко бин. И очень он, конечно, приятный. Так что не знаю. Если кто-то уже пробовал, тестировал вот эти ароматы, пожалуйста, подскажите мне. Может быть, только мне кажется, что этот мужской аромат действительно унисекс, потому что, ну, я бы не сказала, что он исключительно мужской. Очень приятный аромат, в отличие, кстати, от женского, он мне очень понравился. Так что все может быть. Протестирую еще, посмотрю, может быть, даже закажу. Вот, так что давайте посмотрим, что я себе присмотрела в следующем каталоге, который уже начал действовать. Сейчас, надеюсь, все-таки под такой камерой, под таким светом снимаю. При помощи кольцевой лампы, сразу скажу. Вот, и давайте посмотрим. Следующий каталог будет действовать с 25 января по 13 февраля, то есть практически по 14 февраля. Ну и, конечно же, что я хотела себе приобрести, это, конечно же, гель для душа, который будет по хорошей цене идти, 149 рублей. Мне очень нравится аромат Loved Up и Chill Out, этот аромат с кедром, очень они мне нравятся, два, вот. И, конечно же, в компании Oriflame вышли новинки, вот такие вот мыльца, но мыло пока я приобретать не буду. Далее, что меня заинтересовало, конечно же, это шампуни, которые будут идти по 219 рублей за каждые два. То есть покупаете, допустим, шампунь-кондиционер и платите 219 рублей. Это золотая коллекция Milk and Honey Gold Oriflame-овская, поэтому давно покупала я эти шампуни. Хороший шампунь, ничего не могу сказать, поэтому, собственно, отметила его. И что же, собственно, вот. Не знаю, был ли аромат в компании, но я его не видела, по крайней мере. Я его только что увидела в этом каталоге. Мне прям он очень понравился, и я его буду приобретать. И здесь очень хорошая акция идет. Аромат, если вы покупаете этот аромат, то данный бонус идет в подарок. Выполнен, конечно, в виде клатча сумочки, такой интересный, но очень мне понравился, так что я, конечно, его приобрету, но думаю, что буду носить его на весну, потому что уже хочется, знаете, так раздеться, одеть кожаную курточку, в общем-то, ну и либо толстовочку и пройтись с этим ароматом. Также я планирую приобрести пробничек, будет новиночка у нас, Gold, Giordani Gold Essence Blossom, здесь у нас цветочный аромат, и тоже хочу приобрести пробничек, в общем-то, протестировать. И выходит, я так понимаю, то ли новинка, то ли в ограниченной коллекции, вот этот аромат Love Potion Midnight Wish, меня, конечно, подкупило, значит, сочетание ингредиентов засахаренной вишни, сладкого кофе и древесного мускуса. Мне кажется, этот аромат очень классный. Пожалуйста, если кто-то уже им пользовался, напишите мне, к каким группам ароматов все-таки он относится. Потому что я знаю, что в Oriflame часто бывает, скажем так, компания заявляет об одном аромате, а фактически он, да, ощущается по-другому. Если кто-то уже пользовался этим ароматом, напишите, пожалуйста, он все-таки сладкий очень, или он такой, знаете, как бы больше в горчинку, такой терпкий. Для меня очень это мнение ваше будет очень важно, поэтому если кто пробовал, тестировал, напишите мне, пожалуйста, в комментариях.
Вот, ну, в общем-то, и все. Пока я отметила себе только несколько вариантов для заказа в следующем каталоге. Так что будет очень много парфюмерии. Ну и вот, собственно, очень приятный аромат мужской. Конечно, там есть вот эта мужская нотка, которая выдает. Я думаю, что это сандал. Вот, он так немножко как бы такой горчинки придает. Так что тестируйте, покупайте, заказывайте. Если у кого-то какие-то вопросы будут, пишите. Всем отличных выходных, всем пока-пока.